В районном центре культуры и досуга состоялось расширенное заседание Политсовета партии «Единая Россия», главной темой которого стали предстоящие выборы президента страны. На мероприятии присутствовал партийный актив, депутаты городских и сельских поселений, сотрудники администрации района и сторонники партии. Открыл заседание секретарь местного отделения «Единой России» Валерий Венцель. Численность населения на 1 января этого года 129 063 человека. В районе у нас существует 73 первичных отделения. Помните, что это решение согласно уставу партии в соответствии с участковыми избирательными комиссиями. Численность членов партии на сегодняшний момент составляет 985 человек. Действующих сторонников 297 человек. Перед собравшимися выступил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, который с 2003 года является членом Высшего Совета партии. Он сравнил предстоящие выборы со спортивным состязанием, в котором необходимо отдать все силы ради победы. Поверьте мне, я на острие спортивных побед провел всю свою жизнь и понимаю, насколько сегодня важна мобилизация людей. Именно по спортивному принципу. То есть понимание того, что на самом деле происходит, кто это все делает и каким образом все будет двигаться и развиваться дальше. Согласился с предыдущим оратором и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Главное для сторонников партии – мобилизация избирателей. Мы все вместе делаем вот то дело, которое мы сейчас настраиваемся. В завершении собрания глава Ленинского района Олег Хромов подвел итог встречи. Мы получили на популистских лозунгах появившихся новых депутатов, у которых нет положительной повестки, в отличие от нас с вами, потому что мы несем идеологию, связанную только с движением вперед. Напомним, что выборы президента России состоятся уже в это воскресенье, 18 марта.